Так, блин, доброе утречко. Так, а почему я на улице спал? Я вообще где, кстати? Как я здесь оказался? Так это мой вообще дом. Эй, есть тут дома, нет? Ну, я смотрю, у вас тут прям образство внутри. Мне кажется, там сено можно туда заносить прям стогами, да и все. Вы что, в одном доме живете, что ли? Соседи, походу. Вон машинка стоит, может, увезет. Что за невидимая стена, я не понял. Почему я не могу пройти? Я что, в какой-то виртуальной реальности, что ли? Что ж произошло-то такое? Дома какие-то интересные. Я что, в Англии, что ли? Не, я, конечно, все понимаю, ну, всякое бывает. В Англии-то как оказаться здесь? Серьезно, англичашки, вы дома? Нет, давай выходи, поговорим. Есть тут? Нет. Так, а здесь у нас что? Ну, машина стоит чья-то, может, везет. Блин, ну нифига у него машина, у него же в багажнике трава расти начала. Сосед, тут дома, у ключики есть. Нормально, да, машину оставил возле дома, и ключик здесь же рядом. Понятненько все, в принципе, что бы и нет. Здесь выкину, потом найдет, думаю, хозяин. А может быть, город вообще все покинули, переехали куда-нибудь. Может, здесь какие-то бола гуляют, я не знаю. А вокруг только равнины какие-то одни, не пройти, не проехать. И нафига вот эта вся штука здесь сделана? Ну, мне так чисто поржать, нафига вы это строили? Огород, что ли, при доме? И что выращиваете? Яблоки по-любому выращивают. Что они еще выращивать-то могут, блин? Так, а здесь что за лабиринты? Так, и эта дверь у нас закрыта. Ты посмотри-ка, все позакрывал, блин. Правильно, он бы еще под коврик ключик бы положил. Я вот раньше положил под коврик, и нормально все было. А сейчас вот уже не положишь под коврика. Может, так коврик украли? Ну ладно, не будем о плохом. Не знаю, с кем я разговариваю, постоянно хожу, сам с собой разговариваю. Ну, баташки есть. Ну ничего, здесь поселюсь, жить буду. Чего бы нет-то? На самом-то деле. Так, жратва есть. О, шикардос, что у нас здесь? Лейка даже в холодильник. Нифига себе, банка сайры. Да я здесь такой суп забабахаю, я его вместе жрать буду. Так, молочко есть. Ой, блин, ты чё? Чё за фигня? 97-го года, блин. Да я сам чуть в оладушек не превратился сейчас после такого молока. Так, а здесь чё? Пульт? Да, самое место на кухне, пульт хранить от телевизора. А где телек-то стоит? Чё, вот плазма? Или это окно? Больше на окно похоже. Окно телек, блин. О, подожди, а может быть и здесь ключ откроет. Кстати, давай-ка попробуем. Может, и туда выйти смогу, и сюда выйти смогу. Да, и здесь открывает, нормально. Все нормальненько у нас. Здесь будем тогда обитать. И не хворать. Кассета есть. Че, порнушка, что ли? О, нет. Что-то не то сказал немножко. Ну да ладно. Так. Интересный домик-то. Ну, в принципе, здесь обустрою. Прям вот под меня подготовили. Картины повешали. А фотографии нет. Свои повешу здесь. С местными пофотоюсь. Хотя с кем я тут с местными пофотоюсь? Там он, походу, уже последнее местного похоронили вот недавно. Вот здесь он живет, скорее всего. Так что вряд ли. Так, а что в подвале-то? Да по-любому что-то в подвале интересное прячет. Прям 100 пудов, мне кажется. Карточку какую-то надо, замок, ну нифига себе делишки, ну пойдем посмотрим. Так, ружье даже дома есть. Ну а что, зомби-апокалипсис начнется, я отстреливаться буду от всех. Картина упала, блин. Ну, у меня все равно нет таких здоровых фотографий своих. Ну, в принципе, здесь брошу, если отопление отключат, на дрова неплохо пойдет. Пусть сушится, пока погода нормальная. Так, ну пойдем-ка повыше сходим. Яблоко золотое. Да вы серьезно? Надо в тачку быстрее убрать. Как я понимаю, никто в тачку не залазил. Обалдеть, надо будет уехать отсюда. Надо ключи от машины где-то найти. По-любому в подвале хранит. На ней и уеду отсюда. Богатую жизнь начну, однако. На Канары куда-нибудь слетаю, еще куда-нибудь залечу. И нормасик все будет. Так, что у нас здесь? А диваном обязательно было эту дверь загораживать? Отлично. То есть за дверью у нас улица. Шикарно, в принципе, ничего другого сказать не могу. Ну а чё, блин? Пошел, дверь перепутал с туалетом, на улицу выпал и не паришься, в принципе, чё бы нет-то. Так, ой, сральник-то какой хороший. Да, вот ободка только нету. Это что, вместо биде буду использовать, ничего не страшно. Так.
Ключик нужен? Я понял. Понял. Все на ключах, смотрю, здесь держится. Вот он еще один ключ нашел. Золотой ключик, однако. Небось, из золотого яблока его ковал. Да скорее всего даже. Так, ну да ладно, пошли. Так. Опа-на. И золотой замок, нифига. Нифига себе, да я вообще миллионером стану. Так надо все золото в одном месте складировать, однозначно. По-другому, мне кажется, никак. Так, ломик бы еще где-нибудь найти. Так, кстати, у меня же там чердак есть, точно. Так, а что на чердаке? О, нормально. Бомжей сюда местных заселю. Здесь жить будут, чего бы нет-то. Так, а что, не пройти, не проехать здесь? Опа, нифига себе. А почему ты в воздухе висишь? Вот, лежи. Любишь лежать и лежи. Так, это что за фигня у нас? Так, нафиг... Днем рождения? Обалденное, самое обалденное место для празднования дня рождения, конечно, на чердаке. Блин, все, вот все детство мечтал, думаю, дай-ка на чердак залезу, да день рождения там справлю. Че бы нет-то, блин. Так, ну тоже нету нифига, ну все равно какой-то ключик там, не знаю, что-то должно здесь быть, мне кажется. Так, ты тут сильно не раскидывайся, ящик. Так, а это что за фигня? Да не это. Это что такое лежит? Так, а может здесь коробочки? Нет, в коробочке тоже нету нифига. А нафиг я вообще сюда залез? Так, мне лом и карту надо. Однозначно. И где это искать? Так, на чердаке нету. Хотя нафига делать чердак, если здесь нифига нету? Не, ну в принципе это логичный вопрос. Не, ну я из дома начну ключи прятать. И не факт, что я в каждую комнату буду ключи тратить, прятать. Это, допустим, как деньги дома хранить. Я ж не буду часть в туалете, часть в ванне, часть на чердаке хранить. Все где-то в одном месте будет храниться. Ну и плюс заначка какая-нибудь там, не знаю. Так, ладно. Обалдеть, семечку нашел. Нифига себе семя какое. Да блин, да из него нифига тут подсолнух какой вырастет. Мне кажется, я прям с этим подсолнухом королем семечек стану, блин. Каждая семечка по 1000 рублей буду продавать. Ну нифига, нормальный бизнес, кстати. Так, ладно, мне нужно найти лом. Ломик, ломик, где же ты? Мне надо найти карту. Здесь я нашел только ключ. Так, мне надо найти однозначно серебряный ключ от этой дверочки. Надо найти, где он затарен. Он по-любому где-то спрятан. По-любому здесь жил какой-то сосед, там, не знаю, какой-то Василич. Так, здесь нету, нету вроде. Надо внимательно осмотреть каждую комнатку. Да это что за фигня разлилась? Да ну нафиг, сейчас эта жидкость еще на меня нападет, так закроемся. Не пойду туда больше. Так, может под кроватью там что-нибудь есть, нет? Так, диски, Xbox первый, нормально вообще. Играть, катать, за всю фигню будем. Так, да где ключик-то мне взять? Как-то вот тут все узко, я не знаю, не пройти, не проехать нормально. Так, здесь тоже точно ничего нигде не было. Нет, ничего не было. И где мне тогда искать все это дело, что мне нужно? Здесь вообще выход на улицу. Ну, золотое яблоко, ну здесь окей, ага, куда мне его девать-то? Съесть, что ли? Я его продам потом, я понял, что оно там золотое. Вот удивить-то меня решили, что ли, или что? Так, серебряный ключ нужен однозначно. Либо ломик найти. Так, может на кухне где что затарили? Тут постоянно что-то вот прячут, прячут. Что такие вот англичане-то ведут на себя так непонятно. Не, ну я сомневаюсь, что у меня здесь где-то что-то будет. Нафига мне вообще пустые коробки в доме? Я здесь жить собираюсь, между прочим. Тут нету нифига. Опа-на. Человек, чуть не улетело все это дело. Так, под шапкой тоже нету. Так, и что мне теперь, каждую комнату здесь, что ли, блин, облизывать, высматривать все? Сомневаюсь, что что-то где-то за картиной может быть спрятано. Так, 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 так. Так, а может здесь тут куда-нибудь запихали? Да нету тоже. Все как-то, блин, ныкано-заныкано, я скажу. Ну, тут продукты есть, по крайней мере, жить нормально можно.
Так, карту я не вижу. Так, буду на улицу все выносить, да и все, в принципе, че я парюсь-то? И хозяина все равно нету, делся куда-то. Если все выносить, то я здесь 85 часов буду все это дело выносить, и в итоге я нифига не найду. Так, а может, что-то на улице все-таки, я не знаю, в кустиках здесь где-нибудь? Где? Где ключ-то, блин, а? Нафига вот эти вот завороты какие-то непонятные делать? Странности какие-то. Чердак тоже пустой. Яблоко, куда я яблоко золотое дену-то? Так, подожди, а это что? Нет, это фигня какая-то. С днем рождения. Опа-на, тихо-тихо, не падаем. Наверх аккуратненько лезем. Да залази ты уже, блин. Тут я, по-моему, все чумок раскидал. Так, эту штуку сюда уберем. Может, на кровати что есть? Да нифига нет на кровати. Дайте ключ, блин. Куда ключ дели? Так, здесь тоже снизу нету. Да нифига здесь нету. Я весь чердак здесь уже перерыл, блин. И нифига не нашел, кроме вот этих двух непонятных палочек, которые даже взять не могу. Это что, для браба? Да это вообще фиг знает, что за палочки. Выручалочки. Так, карты нет, ключа нету. Где-то что-то должно быть. Так, дай-ка я нормально гляну с лестницы. Так, здесь тоже нет. Там какие-то кубики-рубики лежат. Ну, я что-то сомневаюсь, что среди них будет то, что мне нужно. Так. А если на улицу вылезти? И что я здесь найду? Да нифига я здесь не найду на этой улице. Ни там, ни сям, нигде нифига нету. Как обычно. Все как обычно. Мне надо ключ. Где взять ключ? Свечки горят. Стулья стоят. Стул, а ты что не берешься-то? Что, самый умный, что ли, или что? Xbox тоже не могу взять. Ничего не могу взять. Никуда не запрыгнуть, никуда не посмотреть. Ну, здесь был ключ один. Значит, вряд ли в этой комнате может быть еще один ключ. Блин, в горшочек, может, куда спрятали. Горшочек, блин, картины висят. Не надо мне это ничего дома. Потом поменяю, все чуть нормально у меня будет. Да где ж ты есть-то, а? Ключик, ключик, ты скажи всю правду, доложи. Куда ж ты потерялся и кому ты, блин, достался? Лёхи, дай ты тебя найти, иначе получишь ты... Чё-нибудь да получишь, неважно. Так. Да не, это реально хиней как... Да ладно, вы серьезно что ли? То есть все это время здесь была дырка, которую я просто не видел. И просто в дырке был ключ. Почему я никогда не смотрел на эту стену? Может, меня отвлекала надпись «Золотое яблоко», потом я всегда обращал туда внимание. Глупый Лёха. Так. Что у нас здесь? Магнит. И лом. Так. Значит, магнит. Значит, карта где-то спрятана в таком месте, что я могу достать ее только магнитом. По-другому никак. Обалденно, конечно, лестница устроена. Здесь реально, а как сюда? А если пойдешь, потом с лестницы вниз катишься. Ты ж такое себе развлекало. И что, я тут сканировать, что ли, ходить буду? Все комнаты с магнитом. Ну вот, главное, самое интересное, то, что мне магнит дали для этого. Нифига, что у них дырки везде в крыше-то? Так, ну пойдем-ка посмотрим здесь. Может, куда-то приспособить тебя можно, магнитик? Да нет, сюда нельзя. И у меня там какая-то дырка тоже есть. Ну там, в принципе, смотрю, не заморачивались. Под одной крышей вторую крышу сделали, сказали, и так сойдет, в принципе. Девиз компании, как говорится. Да нафига мне будильник, блин? Мне карту надо найти. Она, кстати, магнитом-то притягивается. Либо магнит меня просто сбивает с курса, так сказать.
Вот тебе магнит гадали, ты и думай дальше. И чердак есть. Здесь нифиг притягивай. Здесь не зайти, не проехать никуда, ничего не сделать. Так, ну нету, нету, нету. Нету карточки у нас. Что, блин, за дела-то вообще такие происходят? Я ничего не понимаю, блин. Так, давай вниз спустимся немножечко. Так, а может быть я отсюда где-нибудь с окна увижу какое-то место, где будет карточка? Да нифига я здесь не вижу, какая карточка нафиг, блин. Откуда мне притягивать-то ее? По-любому где-то заныкали. Сейчас бегать, искать ее. Карта здесь, карта сям. Я что, блин, вам Петросян, что ли, или что? Бегаешь тут, ищешь. Блин, по-любому где-то на видном месте лежит. Только где вопрос? Хотя, по идее, с магнит. Далее она должна где-то так лежать, чтобы я ее видел и просто хоп, такой и снял. Может, во всем... Места я могу в доме и так добраться. Че, А где мое отражение? Че, призрак, что ли? Блин, да по-любому где-то, блин, на чердаке, мне кажется, пропустил. Мне такое чувство, что я вообще, наверное, уже где-нибудь видел там. Да не разглядел. Че ж такое-то? А куда мы карту дели и что-то мы где-то не доглядели? Так, давай, давай, вылази. Не, ну тут реально, блин, где она? Где же карточка моя? Не могу залезть я. Сейчас наверх я заберусь. Да блин, ну чё ты не лезешь-то? Давай залази. Обалдеть, я теперь еще наверх не могу залезть. Да это реально фиаско, ты давай лезь. Почему к себе третьего лица обращаюсь? Так, Лёха, Лёха лезет, Лёха мощный. Офигенно вообще. Что меня сталкивает, я понять не могу. И опять куда-то вниз провалился. Да как это вообще происходит-то? Что за фигня-то, блин? Где мне карточку найти? Просто нигде нет карты. Вообще обалдеть не встать. Может, здесь я пока кидал, что-то произошло. И карта куда-то делась. Нафига мне зонт вообще? Куда мне здесь летать? Мэри Крисмас, блин. С днем рождения. Карточка, иди ко мне. Блин, просто нет, куда-то делась и все. Ну, за стеночкой где-нибудь там, не знаю, с другой стороны, например. Да не, ну реально, нет карты, блин. Я даже не знаю, где ее теперь искать. Куда ж ты спряталась, родная? Куда ты делась, дорогая? Куда ты делась и она? И вот такая вот фигня. Блин, да я не знаю, серьезно уже. Что ж делать-то? Да что ж такое происходит-то? Ну, блин, ну реально, куда ее деть-то могли? Мне кажется, больше некуда. Просто взяла куда-то, пропала. Вот где-то, блин, за шкафчиками где-то или что? Так, сейчас я узнаю свой... Врублю свой сверхзрение и узнаю, где же карта-то все-таки находится. Так, раз, два, три. Да ладно. Так, нифига себе дела. Подожди, ну ж её здесь. Давай, залази, залази, залази. Зонт еще выкинул, мне здесь мешает. Да я пролезу куда-нибудь. Так, народ, внимание, блин, я вот сейчас специально даже зашел через редактор, нашел, поискал, где находится карта. Карта должна находиться вот здесь, именно на этом месте, но ее нету просто, я не знаю, куда она делась. Может быть, пока я здесь все раскидывал что-то, куда-то она, может быть, улетела,
не попалась мне, так сказать, на глаза, ее там сбил, либо еще что-то такое произошло. Ну, то есть, как мы видим, в этом месте нету карты здесь. Я не знаю, как ее взять. Такие вот у нас погрешности модов бывают, не знаю, может быть, это из-за того, что я включил в режиме стендалон. Но она прям вот именно в этом месте должна она лежать. То есть я бы ее нашел бы здесь, взял бы и, получается, снизу бы открыл. Но так как у нас нету карты, выбор у нас невелик, так что давайте залетим туда все-таки с читами. Альфа-1, не забываем, ну, именно это Hello Neighbor, Hello England. Альфа-1 у нас идет, так что давайте залетим в подвал так, потому что я не вижу какого-то другого варианта прохождения в этот подвал. Потому что вещь у нас просто взяла и потерялась по непонятным мне причинам. Так, и что у нас здесь? Белая дверь. Пойдем зайдем. И все. На этом, ребята, у нас все. Закончим этот ролик. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Не забываем оставлять комментики, ставить лайкосики, подписываться на мою группу ВК. Все, ребят, всем удачи, всем пока. Всем отличных выходных. Хотя они уже, в принципе, заканчиваются. Хотя у вас скоро каникулы, большинство из вас начнутся. Давайте, ребят, скоро увидимся. Может быть, автор когда-нибудь запилит Альфа-2, Альфа-3. И я еще раз вернусь в этот замечательный английский городочек. Давайте увидимся. Так, ну и что сидим? Кого ждем? Все за вас, что ли, делать? Так, жмем теперь на кнопочку подписаться, блин, однозначно, потому что вам это надо, чтобы видеть все новые ролики. Потом жмем на колокольчик и жмем сообщать мне обо всех новостях этого канала. И не забываем, подписка на канал Лехи Смертника повышает вашу потенцию, а если вы девушка, то ваша грудь станет еще больше. Помним об этом. Так, и ты что, думал, что это все, что ли? Конечно же, нажать на лайк. Нужно всегда жать на лайки, чтобы Леха выпускал больше новых и качественных видео. Не забываем об этом. Так, и ты что, действительно думаешь, что это все, что я тебя просто вот так ты возьмешь и отделаешься? Пиши в комментах. Леха, как же ты уже залез в мое сердце со своими просьбами все-таки, блин, сказал бы я. А кто сделает репост, тому вообще отдельное вознаграждение. Помни, что ты лучший мой подписчик. А теперь сверху справа ты можешь посмотреть мое самое новое видео. Справа снизу посмотреть самое подходящее. YouTube думает, что это видео специально для тебя. Снизу слева я не знаю, там, наверное, фигня какая-то. А сверху слева, если нажмешь сюда, то ты подпишешься на мой канал. Так что действуй, брат. Помни, я всегда с тобой, а ты всегда со мной. Все. Всем пока. С вами был я, Леха Смертник.